pavelgamesinsprintdirect.ru. Здесь вы можете купить различные вещички с моим логотипом, в том числе футболки, толстовки и даже значки. Ссылочка на мою витрину в описании. Всем привет, с вами я, Павел Первый. В общем, мы очень долго и вообще не проходили никаких кампаний для Warcraft 3. И поэтому, я думаю, пришло время, в принципе, пройти что-то. И я решил начать продолжить серию Воителей Азерота. Одна из лучших серий кампаний вообще, которые каких-либо серий любых, которые существуют. Даже на тот момент, когда она была сделана. И, в общем, мы прошли, насколько я помню, Рок Мстителей. И, думаю, также успешно пройдем Затишье перед Бурей. Она не менее интересна, чем предыдущая кампания. Может, даже более интересная. Потому что здесь присутствует и уже больше элементов нестандартных рас. И все такое. Кампания, наверное, будет непростая. Я уже очень давно не играл в Warcraft. Имеется в виду развитие. Так что, возможно, даже немного потерял свой скилл. Но кто знает. Итак, у нас первая глава сразу же, без интерлюдий, без ничего. И что мы тут видим? Мы, как видим, по карте где-то в Дреноре. И это так. Мы в Дреноре. И начинается событие этой кампании немного в прошлом, так скажем, ближе к тому времени, когда эльфы прибыли сюда. Госпожа, у меня вести. Не знаю, обрадую вас или огорчу, но Лидан погиб от руки повелителя нежити по имени Артас. Что прикажете, госпожа? Мы здесь уже месяц, и все безрезультатно. Собирайтесь, воины ночи. Мы уже достаточно сидели в этом чертовом ущелье. Кира, нужно собрать воинов. Госпожа, многие наши воины сейчас рассеяны по всему ущелью. К тому же, некоторых наших солдат захватили в плен орки. Мы должны собрать всех. Как-то так. В нашем распоряжении небольшой отряд и аж целых два героя. Но с Мэв мы знакомы. Жалко только, хочу только закачнуть. И у нас еще есть Кира. Это такая вот правая рука Мэв. Такая вот, такой вот скиллч. Такие скиллы. Вот как-то так. Мне кажется, мы теряем время. Я готова. Кому упор сделать больше, я даже не знаю. Доверься мне. Давайте. Так я и думала. Вот так сделаем. Пошли. Наша главная задача — доставить в лагерь 25 эльфов. Я не отступлю. На карте все мигало, поэтому пройдемся. Здесь гребаные урки. Одержимые орки, сестры, будьте осторожны. Мне кажется, мы теряем время. Жду приказа. Виновные будут наказаны. Самое время. Вот это самое опасное. Или да, где-то здесь. Гребаные. Служу закону. Вот. Что вы рассеялись? Оселись? Или уже собрались здесь поселиться? Живо в лагерь! Вот так. Самое время. А, это пленники, наверное. Пора. Нам надо собрать все воинов. Самое время. Так что служу закону. Не поленимся и соберем. Госпожа, мы обнаружили большинство наших древ. А орки хотят порубить их на дрова. Что, те деревни могут сопротивляться? Мы не должны допустить этого.
Я не отступлю. Это в этих местах. Ну да, мы близко уже. Самое время. У нас нет времени. Во имя богини, укажите мне путь. Пора на охоту. Защищайте мост. Дреднорский жрец. Дебоны? Откуда они здесь? Виновные будут наказаны. Поторопись. Похоже, они на стороне орков. Скорее всего, где-нибудь здесь есть порталы демонов. Не отступлю. Мне наплевать, зачем здесь эти твари, но если мы не уничтожим порталы, то у нас будут неприятности. Что правда, то правда. Поэтому у нас еще одно дополнительное задание — уничтожить эти гребаные порталы. Мы всем этим займемся. Разумеется. Пора на охоту. Ну, поехали. Не надо бояться, что у орков хаос атака. Это абсолютно нормально. Я не отступлю. Вот так. Такой вот скилл. А вот орка Герыча стоит побояться немного. Служу закону. Богиня согласна. Самое время. Жду приказа. Ни слова больше. Пора на охоту. Или там где-то здесь. Так, притормозите немного. Пора. Блин, мне, конечно, такие скиллы говно дали. Ну, имеется в виду, мне распределили. Кажется, мы теряем время. Ай, зачем так автор это сделал? Непонятно. Служу закону. Все, по одной башенке мочим. Нужно действовать. У нас нет времени. Так, на орка наплевать, он... Жду приказа. Блин, киляйте, дуры! Жду приказа, пора на охоту. Жду приказа. Самое время. Так, а вот тут древо. Мне кажется, мы теряем время. Виновные будут наказаны. Вы свободны, деревья. Отступлю. Жду приказа. Жду приказа. Жду приказа. У нас нет времени. Жду приказа. Мне кажется, мы теряем время. Хоть кто-нибудь, отхиляйте ее, а? Хиллеры грёбаные. Виновные будут наказаны. Никто не уйдет. Все деревья отступают. Все бегает повсюду, все бегает. Мне кажется, мы теряем время. Иллидан где-то здесь. Так, а вот и пленники. Укажите мне путь. Виновные будут наказаны. Я не отступлю. Пленники. Пора на быстрее охот. Освобождаем их и уходим. Самое время. Так, там еще пленники. Служу закону. Шаман Дренора, блин. Я готова. Ладно. Так, я иду. У нас нет времени. Что-то больно будет. Я не отступлю. Жду приказа. О, полегче. Жду приказа. Тут жестко, тут две таверки. Надо кому-то это расследовать. Поторопись. Духи целителя. Или Дан, где-то сейчас здесь. Я проверю, что тут. Я не отступлю. Встроенные при том. Или Дан где-то здесь. Жестоко. Жду приказа, мне кажется, мы теряем время. Надо это все как-то побороть. Самое время. Вперед. Во имя правосудия. Жду приказа. Блин, поторопись. Как я это ненавижу, а? Укажите мне путь. Пора на охоту. О. Или Дан, вот еще. Друиды. Так вот вы где. Живее в лагерь. Самое время. Пока попьем водичку из колодца. Пора.
Ее уже не осталось. Мне кажется, мы теряем время. Жду приказа. Жду приказа. Покажите мне путь. Поторопись. У нас нет времени. Так. Ну это все снизу от нас. Это надо обходить с другой стороны. А мы пойдем прямо. Прямо к воротам демонов. Наш отряд, в принципе, вполне может справиться с тем, чтобы... Никто не уйдет против демона. Аштарадас! Ох ты. Я чего-то переборщил, кажется. Будем их выманивать. Агритесь. Так, мне кажется, мы теряем время. Никто не уйдет. Доверься мне. Вперед! Богиня согласна. Укажите мне путь. Ты что творишь, дура? Верховные будут наказаны. Иллидан где-то здесь. Жду приказа. Пора на охоту. Я боюсь чего? Боюсь этой коляски. Она призовет Поторопись. Еще одного голема. Големы, вы Мне сами кажется, знаете, какие время. Больно... Как они больно бьют. Виновные будут наказаны. Так, руна скорости подождет. Я не отступлю. Самое время. Так, колясочка. Во имя правосудия! Так, есть. У меня нет этого скилла. Я не отступлю. Мы весь урон на себя за... Жду приказа. Поторопись. Так, вот и все. Пора на охоту. Отлично. Поторопись. Служу закону. Колодец, кстати, красивенький очень. Так он декорирован. Иллидан, отлично. Теперь демоны здесь не пройдут. О, я не отступлю. Коготки. Так, 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 так. Где ты? Самое время. Мы готовы нанести. Вот тебе еще одна щилка. Я готова. Пора на охоту. А у нас есть когти. Поехали. Иллидан, где-то здесь. В эту сторону теперь. Я если у нас рядом очень даже что-то мигает. Пора. Ваш ход. Служу закону. Вот защитник. Мне кажется, мы теряем время. Пора. У нас нет времени. Оставьте пеньки. Торопись. А, еще. Пора на охоту. Дренорские волны. Ну ладно. Что-то я хаю слишком много. Это ж классно все. Это не бред сущего. Понял. Бред идиота. Все, поехали отсюда. Я хочу спуститься. Ага, хрен с два. Надо спускаться именно отсюда. Так, наши пеньки выжили. И они какого-то хрена обратно сели. Пеньки, блин. Вас просили вернуться обратно. Но не садится же. Мне кажется, мы теряем время. Тупоголовые пеньки. Служу закону. Можно считать половину карты мы обшарили. Я не отступлю. Так, вот я не знаю, куда буду второй отряд писать. Самое время. Это будет жестко. Ааа! Таверки! Что произошло? Виновные будут наказаны. Я ненавижу таверки сверху. Служу закону. Укажите мне путь. Кира, присоединяйся. Тут помощь не помешает. Мне кажется, мы теряем время. Доверься мне. Путь! Жду приказа. Бледники. Быстрее освобождаем их и уходим. Давайте, инвиз. Пора на охоту.
подходящая Поторопись. Цель. Вот говно, а. Я не отступлю. Я готова. Виновные будут наказаны. Пора. Я не отступлю. Держитесь, учницы. Мы вас Или всех спасем. Тут еще и пеньки. Пора на охоту. Наши воины вступили в бой. Сейчас их убьют, ну кажется, ладно. Мы теряем время. Пофиг на учениц. Я не отступлю. Спасайтесь сами. Поторопись. Иллидан где-то здесь. Укажите мне путь. Хорошо. У нас нет времени. Жду приказа. Давайте, а вы три учницы из пяти выжили. Это вообще круто. У нас нет времени. Купите эту грёбаную лесопилочку. Жду приказа. У нас нет времени. Я не отступлю. Мне кажется, мы теряем время. Привет. Пора на охоту. Мой лук всегда со мной. Поторопись. Эти пеньки хотя бы знают, что делать. Бегут. Они садятся на место. Так, ну давай мигни мне хоть на карте. Мне куда, кажется, что мы теряем время. Бы... Мы готовы нанести удар. Куда ты, дура? Ладно. Поторопись. А в любом случае сюда. Иллидан где-то здесь. Смотрите, очень красивая такая. Ну, красотища просто. Не правда ли? Самое время. Все это на стандарте. Пора. Это самое крутое. Какая такая красота на стандарте бывает. Блин, ненавижу. Никто не уйдет. Дорелизар Таранал. У нас нет времени. Жду приказа. Мне кажется, мы теряем время. Жду приказа. Или мы лук где-то всегда здесь. Со мной. Она жива. Жду приказа. Мне кажется, мы так, теряем со время. Со всем этим делом будут справляться герои. Защищайте мост. Наши воины вступили в время. Окей. Мне кажется, мы теряем время. Я не отступлю. Богиня согласна. В путь! Иллидан где-то здесь. Что случилось в наших лесах? По славу леса! Поторопись. Да что ты творишь, а? Главные будут наказаны. Ваш ход. Служу закону. Аш-Тарадас! Все, получите. Укажите мне путь. Мне кажется, мы теряем время. Во имя правосудия! Мой лук всегда со мной. Главные будут наказаны. Укажите мне Пора путь. На охоту. Так, вот еще лаги. Ой. На Наши воины в беде. Поможем им. Аурантуа. Служу закону. А, тут никто и не выживет даже. Самое время. Наши воины никто не уйдет. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. Главные будут наказаны. Аш-Тарадас! Ваш ход. Инвиз. У нас нет времени. Пора. Поторопись. Жду приказа. Жду приказа. У нас нет времени. Служу закону.
Кто-то тут сидит, походу. Иллидан, где-то здесь. Наши воины вступили в бой. Самое время. Мой лук всегда слишком просто. Не проблема. Я готова. Укажите мне путь. Нужно действовать. Поторопись. Я не отступлю. Вот нежданчик-то, а. Пора. Иллидан, где-то здесь. В чем шумят деревья? Мне кажется, мы теряем время. У нас нет времени. Даже не ждал, реально. Жду приказа. Поторопись. Жду приказа. Слишком просто. Пора на охоту. Жду приказа. Я не отступлю. Ничего, нет этого скилла. Нет, когда будешь жить. Ни слова больше. Блин, опять эпик выжил. Никто не уйдет. Отлично, они помогут нам в наших поисках. Жду приказа. Ваш ход. Мне кажется, мы теряем время. Укажите мне путь. Укажите мне путь. Я готов. Пора на охоту. Честно говоря, долго миссию эту выполняю, наверное, но... Проси. Дабы раскрыть охоту. Максимум подробностей. Так что... Все показать. Это же не спидран какой-нибудь. Укажи путь. Пора на охоту. Служу закону. Да блин, это здание мешает, я его сейчас разрушу. Все. Да. Пора. Проси, о чем хочешь. Я не отступлю. Что у нас тут? Укажи путь. У нас нет времени. Никто я не готов. Уйдет. Здесь, наверное. Поторопись. По той же рабочей. Жду приказа. О чем хочешь? Мне кажется, мы теряем время. Жду приказа. Иллидан, где-то здесь. Я не отступлю. Рассказывай. Поторопись. Как их кромсает конкретно. О чем у нас хочешь? Нет времени. Могли и полный отряд сюда послать. Служу закону. Так. Ваш ход. Поторопись. Жду приказа. Вот и послали. Жду приказа. Нет! Нет! Ни слова беги! Больше. У нас нет времени. Жду приказа. Forest. Ни слова больше. Ни слова больше. Жду приказа. Виновные будут наказаны. Жду приказа. Ни слова больше. Нет. Ни слова больше. Мне кажется, мы теряем время. Мы потеряли одно. Иллидан где-то здесь. Богиня согласна. Поехали отсюда. Пора. Укажи путь. Портал уничтожен. Теперь демонам перейдется не сладко. Служу закону. Так я иду. Блин, всего лишь-то эликсир. Богиня согласна. Окей. В путь. Так я и думал. Теперь нам найти бы 10 эльфов. У нас нет времени. Которые хрен знает где. Пора. Но вряд ли они тут где-то. Здесь мы тоже обследуем. Нам закон. Остается только этот мост. Иллидан где-то здесь. Если они шли отсюда... Ага, значит самое их время. Уже раскромсать успели. Пора. Поторопись. Служу закон. Что произошло? Эй, с дрядами полегче. Нет! Виновные будут наказаны. Как меня пронесло. Я не отступлю. Проси, о чем хочешь. У нас нет времени. Жду приказа. Ни слова больше. Мне кажется, мы теряем время. Во имя правосудия.
Живее! Нужно их освободить. Я поклялась отомстить времени. Освободить их живее. Ну ок. Где нам оставшихся 14 найти, блин? Я уже не помню. Вот мы сюда не ходили, но тут тупик почти, что вряд ли что-то есть. Смотрите. Шлем ярости. Мне кажется, мы теряем время. Жду приказа. Поторопись. Да. Рассказывай. Ну не да тут но спокойно. Началось. У нас нет времени. Когда хочешь чего-то сделать. Пора на охоту. Так, поторопись. Что я готов. Пора на охоту. Да выброшу сейчас свиток маны, например. Самое время. Пора. Ваш ход. Жду приказа. Мой лук всегда жду приказа. Поторопись. О. Самое время. Шлем ярости. Служу закону. Укажи путь. Блин, либо я давно не играл, либо я не помню. Виновные что, будут наказаны. Что тут было. Либо я не заглядывал тогда туда. Мне кажется, мы теряем время. О чем хочешь. Одну охотницу потеряли. Или причем беда. Самое время. Где все отсиживаются, не пойму. Проси, о чем пора хочешь. Кто-то, госпожа, пристоим на посту. Отступлю. Дальше по дороге замечен самое время. Укажи путь. Все задания выполнил. Куда теперь? Пора. Самое время. Проси, или о чем где-то хочешь. Здесь. О, боже мой. Где все искать-то? О чем хочешь. Итак, кажется, в общем, время. Вот здесь по углам, нет, не здесь, вот здесь и вот здесь расположены две базы. Я готов. Виновные будут наказаны. Так, посылаем наш отряд вот сюда. Мы готовы. А вот Кирку, Киру я пошлю куда-нибудь сюда. Дальше там никого нету. Богиня согласна. Пускай разбирается. Потом встретимся. Мы готовы на охоту. Да она рыгает тогда. Нужно действовать. А, кстати, основная именно часть кампании будет посвящена именно АМФ. Так что... Я готова. У нас будет и Кира, и АМФ. Все такое. Вперед! Так я и думала. Опять, ну красота какая. Мне это нравится, вот этот пар фиолетовый. Вперед! Вот и один из наших бывших лагерей. Пора на охоту. Я готов. Мне кажется, мы теряем время. Все, пускай отправляются их проблемы. Пора. Укажи. Сами решат. Проси, пора на охоту. О чем хочешь. Я не отступлю. Я готов. Самое время. Жду приказа. Ай. Ни слова больше. А хотя хрен с ним, это же последние урки. Тратим все. Никто не уйдет. Взяли, перебежали в другое логово. Слушаю. Виновные будут наказаны. Я не отступлю. Рассказывай. Поторопись. Служу закону. Все. Вот последний лагерь. Я готов. Мне кажется, мы теряем время. Самое время. Пора. А наши баллисты, отлично. Мне они очень пригодятся. Я не отступлю. Укажи путь. Ну, самое время. Проси, о чем хочешь. Надеюсь, этого хватит.
Пора. Я не отступлю. Это интересный поворот. А что, если не хватит? Ведь их реально не хватит. Только 6 штук всего. Я вся внимание. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Укажи путь. Мы готовы на охоту. Ваш ход. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. 2 будет. О, доверься мне. Богиня вот согласна. Ну что забыли. Давайте это подарим Кире. Хоть что-то подарим. В путь. Ты куда идешь? Она даже не хочет его брать. Вперед. Виновные будут наказаны. Я готов. Уже лечу. За братьев моих. Вот уже лечу. Пришли. Где нам искать остальные двух? Ну, ведь уже реально были повсюду. Они же не в топе будут где-то. За братьев моих. С добрым утром. У нас нет времени. Укажи путь. Пора. Рассказывай. 4, 3, 2. Ну, вот где еще? Ненавижу такие моменты. Что мне делать? Ну, началось. Иллидан где-то здесь. Мэв, врывайся. Служу закону. Блин, заставить бы эту лучницу дойти. Самое время. Смотрите, все собралось. Я тут не отступлю. Все, самое время. Все. Итак, в общем-то... Мне кажется, мы теряем время. Укажите мне путь. Доверься мне. Мне пришлось начать главу сначала, чтобы достать этих двух недостающих воинов, иначе бы так и сидели. Поэтому я ее сделал по-быстренькому, прошел в кавычках. В общем, смотрим ролик. Воины, возможно, вы забыли, но я вам напомню, кто мы. Мы те, кто несет в мир правосудие и закон. Наш главный враг Иллидан мертв. Осталось наказать предателей. Мстители и Наги захватили портал, который ведет в Ордерон. Туда-то нам и надо. За мной, воины. Отлично, глава пройдена, и мы переходим к следующей.